Привет, друзья! С вами снова Эстер, и я рада приветствовать вас на втором уроке вокала в Академии природного голоса. Давайте коротко вспомним о том, что мы делали в прошлый раз, а именно, мы с вами мычали. Но прежде чем мы начинаем мычать, обязательно подтяните живот и помним про малое дыхание. Давайте просто освежим в памяти упражнение прошлого урока. Сначала мы просто мычим. Причем в груди у вас должна быть вибрация. Вибрация также может появиться у вас на губах и на зубах. Это правильно. Далее мы мычим со стиснутыми зубами. И потом мы с вами делаем вот такое упражнение. И сейчас я покажу вам следующее упражнение, которое можно делать ежедневно в любое время суток. Вам нужно будет произносить всего лишь две буквы, но три звука. У, А, У. Обращаю ваше внимание на то, что в данном упражнении не нужно делать губами вот такую У-трубочку, а широко открывать рот не нужно. Посмотрите, как делаю его я, и постарайтесь повторить то, как делаю его я, да, не прикладывая для этого кучу усилий. И еще помните о том, что на данном этапе для вас не важно, насколько громко вы делаете это упражнение, красивый звук у вас получается или нет. Важно сейчас настроить ваш голос и освободить его. Итак, показываю упражнение УАУ. Делаем маленький вдох и затем поехали. Можно делать 4 раза, 8 раз, соответственно, дальше 12, 16 и все время прибавляя по 4 раза. Основная ошибка, с которой сталкиваются мои ученики, когда выполняют это упражнение, заключается в первом переходе с У на А. Он должен быть плавный. То есть в основном все делают вот так, показываю, но это неправильно. У-а-у. То есть как бы эта А, она отваливается вниз, да, как будто вы вот так хоп и садитесь куда-то вниз, делаете ровно у-а-у, да, потом пытаетесь вернуться. Этого не должно быть. То есть здесь вы должны понимать, что мы не произносим звуки очень четко, мы их немножечко утрируем. То есть это а получается такая же, как у, и артикуляционно происходит такая хитрость. Мы должны, когда мы делаем «у», попробуйте вот сказать «у», у вас язык поднимается, ну, как бы вверх, «у». Когда мы говорим «а», у нас все опускается, «а», язык опускается. Здесь же мы должны сделать с вами, обмануть себя, следующую вещь. Когда мы выходим с «у» на «а», мы наш язык силой мышцы держим вверху, не опускаем вниз. Первый вариант был отваленный, а второй вариант был уже правильный. То есть я силой мышцы удержала вверху свой язык. Это упражнение вы можете выполнять в течение всей недели, но к нему уже добавьте разогревочные наши все мычания и следите за изменениями в вашем голосе, они будут, я уверена. Если у вас будут какие-то вопросы, пишите, задавайте их, не стесняйтесь. И будьте в голосе. Все, пока-пока.